Приветствую вас на нашем канале, и это первый влог с конкурса, который выйдет у нас на странице. Поэтому добро пожаловать в наше путешествие и конкурс на Мальту. Мы уже сдали багаж, получили билеты, и сейчас отправляемся дальше. Мы зашли в кофеин, взяли кофе. Мне сделали такое милое сердечко. Мы нашли рояль, который ездил на Евровидение и представлял нашу страну вместе с Аликой. Вот. Сейчас мы уже прошли паспортный контроль и сидим в ожидании нашего самолета. Скажите привет. Анастасия, одна из наших участниц, уже прилетела. Она уже ждет нас на этом замечательном острове. А мы сейчас попьем кофе буквально и прилетим к ней тоже. Ну что ж, вот уже Мальта. Красота, море. Ждем остальную команду. Они в пути. Как ждем? Я жду. Вот. Также жду заселения. Еще чуть меньше часа осталось. А пока что я гуляю. Мы уже направляемся сам в самолет. Из вот такой серой погоды в минус и снега мы отправляемся в солнце. Мы уже сели в самолет. Ждем, пока все усядутся, и будем взлетать. Первая наша остановка будет в Стамбуле, потом у нас пересадки, и мы уже летим в Валетту. Вот наша Эстония. Видна из окошка. Вот так мы полетим. Сейчас мы находимся вот здесь, на севере. Отправимся сюда, на юг, чтобы потом полететь вот сюда вот. Вот сюда мы прилетим. Небольшой инструктаж. У нас тут турнир образовался. Можно играть по сети. Почти страйк. Ну и пока что я победитель. Мой первый раунд закончился, сейчас буду переходить на второй. Нам принесли обед, мы взяли себе пасту. Здесь еще салатик, какой-то десерт, водичка, хлебушек и масло. Вот. Нам уже объявили о том, что мы идем на посадку, мы сейчас летим над морем. Мы только что приземлились. Мы прилетели, сейчас отправляемся на поиски нашего второго самолета. Вот мы уже в аэропорту. Идем, ищем наш выход. Нашли направление и идем. Мы уже нашли наши ворота. Сидим, ждем. Через час нам нужно вот туда пойти, вот, и мы уже полетим в Валетту. Мы купили себе такую тарелочку и уже стоим в ожидании посадки. Вот, такую красоту купили. Кстати, Василек — национальный эстонский цветок, но мы его купили здесь, в Турции. Мы сдали наши билетики и отправляемся на самолет Стамбул-Мальта. Уже идем по рукаву. Вот. Если в прошлый раз мы летели все вместе, то в этот раз нас рассадили. Мы в итоге сели вместе, а наши мамы одна чуть впереди, а вторая чуть сзади. Вот. На улице все так же пасмурно. Ждем вылета. И снова небольшой инструктаж по экранчику. Пока что развлекаемся как можем. Сейчас мы сделаем вот так. Нам не принесли обед. Точнее, это уже как ужин считается. Макарошки, хлебушек, опять десерт какой-то. Тут трудно предположить, что это.
и попить. Мы пролетаем прямо над вершинами гор. Что это? Детское питание какое-то, я не знаю. Мы сейчас пролетаем над каким-то горным хребтом. И здесь очень-очень-очень красиво. И еще время идет к закату, и они начинают окрашиваться таким розовым цветом. Мы только что приземлились и стоим в очереди, ждем выхода. Сейчас уже поедем в отель. Сними меня, ведь это тепло, по сравнению с тем, как у мамы. Сейчас проверят наши паспорта, и мы едем в отель. Первый чемодан уже забрали, ждем остальные. Мы сейчас стоим по такой замечательной надписи, где написано, что Мальта – это то место, где надо побывать. Вот мы здесь. Вот они мы. Мы отправляемся искать такси. Вызвали такси, уже едем в отель. Пытается поместить наш чемодан, но как-то безуспешно. Удивительный факт. Тут правосторонние машины. Это была колония Англии. На Кипре тоже. Куда один чемодан не поместился, он едет в салоне. Да. Сейчас мы проезжаем замок. Медина. Да. Очень красиво, жалко только, что камера его так не снимает. Мы приехали. Здесь Анастасия. У нас появился новый подписчик на канале. Вот. На моем, правда, канале. Но welcome. Такой легкий рум-тур. Здесь у нас ванна. Ваш бессменный ведущий. Такая. Все. Симпатично. Идем дальше. Здесь у нас шкаф. Столик под чай и кофе. Здесь у нас кровати. Здесь сидит Настя за столиком. Вот здесь наши чемоданы. Здесь опять я. Вот. А здесь великолепный вид, который открывается на море. Вот это море. А тут снизу идет вечеринка, посвященная открытию комнаты. Вот. Происходит такая регистрация. Покажи свой бейджик. Вот, теперь мы партисипанты. Цвет, конечно, не очень хороший, но мы на мероприятии. Хватит. Да. Потеряли Дашу с Татьяной. Ждем Дашу и Татьяну. Помашите привет! Даша, опоздавшая. Мы получили наши бейджики. Мы партисипанты. Jury member. Вот здесь jury member. Партисипант. Партисипант и родитель. Группа поддержки. Группа поддержки. А мы ждем пиццу. Мы забрали нашу пиццу и сейчас отправляемся на наш замечательный балкон праздновать наш приезд и ужинать. Вот это вот наш отель. Мы вот так вот переходим дорогу неправильно. Едем в лифте к
кушать нашу пиццу. Все спрашивают, где вы купили пиццу? А кафе уже закрылось. Все. Мы были последние. Мы приехали. Вот наши красоточки. Вот они такие красивые. Такие вот. Ай-вай, вкусные. Все. Наш день первый подходит к концу. Мы отправляемся в поисках воды. Вот. Поэтому до встречи завтра. Мы пришли на завтрак. Замечательный завтрак, где есть просто абсолютно все, что нужно хорошему человеку. Вот. Поэтому 10 из 10. Мы позавтракали, сейчас мы направляемся в номер, чтобы собираться, и уже поедем на конкурс. Просто какой чудесный вид открывается с нашего балкона. Это просто волшебство какое-то, посмотрите, это море. Пальмочки, солнышко. Просто это волшебство. Сейчас мы провожаем одного из членов нашей делегации уже на площадку. Вот. Мы остаемся пока что собираться и потом подъедем как-нибудь сами. Хотя вообще возит автобус. Вот приехал автобус. Мы стоим, провожаем. Ждем видео с места событий. Какая здесь красота, какое море, какая вода красивая. Мы тут решили устроить небольшой променад по набережной. Вот. В итоге кто-то не уехал в первом автобусе, он поедет на втором. Вот, а мы присоединимся к ним позже. Пока первые наши участники уже поехали на конкурсную площадку, мы сидим, собираемся, крутимся, делаем прически и скоро тоже присоединимся к ним. Оставайтесь с нами и до скорых встреч! Мы уже собрались и сейчас идем на распевку к морю. У нас уже такая традиция, где есть море и где есть такой пляж безлюдный. Мы именно туда идем распеваться. Мы вышли на набережную. Сейчас солнышко уже спряталось, но все равно так же красиво. А это дом для всяких разных жителей. Мальта здесь, и муравьишки всякие, и ящерки бегают, и пчелки летают, шмели всякие. И просто вот еще какой-то жучок ползет. Красота. Ящерку, к сожалению, не поймать, но поверьте на слово. Мы сейчас распелись в таком очаровательном просто месте. Нашли кучу всего интересного. Растения, которых у нас нет. Животные, которых у нас нет. Крабики, рыбки. То есть полностью день, полное открытие. Я считаю так. Первое растение, которых у нас нет, это вот такие вот маленькие кустики. Я не знаю, что это за кустики, но они больше приближены к вот морю, потому что дальше там цветочки красивые, кактусы, пальмочки, вот, и всего этого у нас нет. У нас есть елки. Такие очаровательные цветочки, похожие на колокольчики. Их тут очень много, и на них летают пчелки. Потом еще какие-то вот такие вот маленькие цветочки фиолетовые, они растут поодиночке почему-то. То есть если остальные все кучкуются, то эти малыши растут по одному.
Вот такие белые какие-то маленькие цветочки, которые растут шапочками. Желтые цветочки. Потом дальше чуть-чуть проходим. И тут уже вообще растут фокус. Кактусы. Вообще это просто волшебство какое-то. Единственное растение, которое мы здесь нашли, я его знаю, это ромашки. Их тут была целая полянка, но мы уже от них ушли. Вот. Плюс тут еще много колючек разных. Потом еще всякие палочки какие-то. Растения, которые похожи чем-то на суккуленты. Может быть, они это и есть. Вот. Ну, в общем, просто чудо. Мы, как истинные леди, сильные и независимые, идем с водой в номер, чтобы дальше отправиться на конкурс. Мы уже собрались, наши костюмы, вещи, сумки. И сейчас мы уже выдвигаемся на конкурс, будем искать наш автобус, наш трансфер. Вот. Чувствую, весь влог будет из этого лифта. Классный лифт, особенно когда нет никого. Мы уже загрузились в автобус, буквально пару мгновений, и мы отправляемся. Какова красота! Я думаю, нам сейчас надо изучить карту и погулять, так? Правильно. Нисис. Сяонига. Мы прияли, и сейчас мы идем на площадку. Здесь, кстати, очень симпатично. Там сзади надо узнать, что это, и сходить туда. Здесь вот так вот все желтенько и оранжевенько. Милота. Сейчас мы идем куда-то за человеком. Посмотрите, какой замечательный автобус, красивый. Сейчас мы пришли на площадь с таким очаровательным фонтаном, где люди-русалы держат поднос, и из них течет фонтан. Но здесь правда красиво. Здесь прям... Настасья. А это я. Как же тут красиво. Короче, мы идем куда-то туда. Ну что могу сказать, здесь прям красиво, красиво. Кстати, я узнала это место. Это место, где раньше стояла опера. Здесь раньше был оперный театр, но, к сожалению, это все, что от него сохранилось. Вот, и как-то так. Просто улочка, по которой мы идем. Чем-то похоже на Грецию. Красиво очень, посмотрите. Здесь уже цветочки растут. Мы пришли под табличкой нашего конкурса. Подождем нашу группу, чтобы сфоткаться все вместе. Вот. Мы не знаем, где они, потому что мы сейчас тут одни абсолютно. Ждем. В итоге мы оставили свои вещи. Сейчас идем на вторую концертную площадку. Вот, конкурсную точнее, потому что их две. И там будем искать нашу группу. Мы сейчас спускаемся по казематам. Наш проводник Татьяна. Вот, сейчас мы окажемся на второй конкурсной площадке. Мы нашли нашу группу. Вот это тоже. Вот здесь прям очень красиво, здесь так аутентично, так вот прям. Мы нашли пропитание. И теперь идем обратно. Конкурс на одну из площадок закончился, и мы приехали, точнее пришли туда, где будем спать мы. Ждем просто час нашего времени, все. В процессе ожидания мы решили зайти в магазинчик с сувенирами.
Смотрим все всякие шарфики и шали. Мы утеплились все. Мама купила себе палантин. Я купила себе пончо с шарфиком. Варенье из кактуса. Настя купила варенье из кактуса. Даша купила себе тоже накидочку. И мы идем гуляем по ночной Валетте. Такая красота. Да, прохладненько немножко, но все равно это не отменяет той красоты, которую можем посмотреть. Пока часть нашей группы нас потеряла, мы немножко от них отстали и пошли смотреть такой красивый собор. Я не знаю, что это. Вот, но очень красиво. Тут с колоколом. Да, сейчас покажу. Здесь вот колокол, статуя, крест. Очень атмосферные улочки, очень красивые, просто полное вдохновение и позитив. Мы не знаем тонкостей, но мы набрели на какое-то шествие. Полностью вся улица людей и куда-то все идут, направляются. В итоге мы немножко изменили наше направление. Мы зашли в Коста Кофе и взяли себе кофе, чтобы перед выступлением немножко освежить свой мозг. Потому что уже поздновато на самом деле, вот. И мы так хотим взбодриться. И вот мы с кофе направляемся в зал, в театр, чтобы уже петь и покорять всех своих талант, своим талантом. Вот. Мы соединились вновь с нашей группой. И сейчас пришли посмотреть такую красоту. Ночная Валетта. Ночные города всегда очень красивые. Я пить хочу горячий чай. Могу дать только сок. И мы переоделись. И буквально 5 номеров, и мы идем петь. Мы переоделись, буквально 5 номеров иду я, потом через несколько номеров идет Настасья. Надеюсь, нас запечатлеют и немножко вставим эти моменты. Мы уже отпели, и сейчас мы выдвигаемся в отель, и мы решили попробовать добраться на местном транспорте, и сейчас посмотрим, как это все будет происходить. Мы тут уже были сегодня днем, а теперь мы тут ночью, и мы идем туда красиво. Вот он, наш автобус подъехал. Сейчас будем производить оплату. Мы купили билетики. Билетик на человека стоит 2,50. Вот. Можно платить картой. Мы уже сели, сейчас будем отправляться. Мы приехали в наш отель. Добрались целые, невредимые. Я нашла максимально быстрый вариант добраться до дому. И вот мы уже здесь. Начало нового дня, новое утро. Мы отправляемся на завтрак, а потом собираемся ехать гулять по Валетте. Да? Мы только что позавтракали. Есть такой вот завтрак, где куча всего. Вот, а сейчас мы направляемся за вещами и поедем уже в Валетту на нашей площадке. Сейчас спускаемся и поедем опять на автобусе на городском. Короче, до встречи. Стоим в ожидании на остановке. Сели в автобус, уже едем. Дождались.
Мы оставили свои вещи и пришли на площадь перед театром. Вот тут вот театр оперный, вот, точнее его остатки. И пришли посидеть, выпить каких-нибудь коктейльчиков, соки и лимонады. Как-то кто вот пойдет так закажет? Был больше, чем путь. Катя от Таллина. Мы пошли гулять. Теперь уже по дневной Мальте. Солнышко светит, птички поют. И мы выпили апероль, выпили мальтийский какой-то ликер. Зов Мальты. И теперь идем, гуляем и ищем магазины с сувенирами. Мы зашли в такой симпатичный магазинчик ювелирный. Вот. И это все ручная работа. Все украшения ручной работы, и они делают, показывают даже, как это все делается. То есть все делается в виде кружева из вот таких вот тоненьких-тоненьких пластиночек. Вот. Ну и, естественно, я не упустила возможности и купила себе кольцо. Красиво. Мы набрели на такую удивительную улочку. И там впереди виднеется просто очаровательное море. Есть такие домики. Небо голубое. Просто красота. Очень атмосферно. Есть такие вот порожки. На них надо поаккуратнее быть. На картинку. Ставь заметку. Мы вышли к берегу. Мы вышли в люди. Такой вид замечательный. Такая вода. Просто посмотрите на этот вид. Я просто в шоке, вот как это красиво. А я так и хочу снять. Вот тут красивые мы. Вот, это просто великолепие, я считаю. Улыбнитесь! Улыбнитесь! Татьяна, улыбнитесь! Ага. Вот. Мы сейчас идем. Тут такие домики красивые, такие балкончики, такие дорожки. Ну, это просто шедевр, шикарно. Деревья такие. Солнышко. Птичка полетела. Описала, короче, все, что сейчас происходит вокруг нас. Такие вот тут улочки, домики везде. Мы пришли в такой парк, здесь фонтанчик, деревья, птички, какое-то строение. Я правда не знаю, что это, но выглядит очень красиво. Сейчас. Скажи привет. Мы дошли до такой смотровой площадки. Здесь изумительный просто вид. Это парк с другой стороны, получается. Мы обошли его, прошли насквозь. Вот. И здесь просто изумительно. Эти цветочки, эти деревья. Статуя тут какая-то. Я вообще не знаю, что это все, но это выглядит все просто очень красиво. А главное, что тепло. Вот, потому что через несколько дней мы уже возвращаемся в Эстонию, где минус 2 и снег. А здесь такая красота. Посмотрите, какая красота. Это просто
Я не могу от этих улочек, их тут так много. Отсюда открывается такой вид. Помашите. На девочек красивых. Да. И ты опусти свой. Мы пришли посетить вот такой фуд-маркет. Этажный. Сейчас посмотрим, что там нас ожидает. Мы закупились местной продукцией. В основном у нас, конечно, сыры, козий сыр разных вариациях, с травами, еще вот такой, тоже с травами с чили. Это просто классика. Это с оливками, с грецким орехом. И еще вот такой обычный сыр коровий. Вот. И вот такие вот плюшки местные. Сейчас мы уже выходим из этого замечательного фуд-маркета с такими вот сумарями все. Вот. И сейчас ищем, где бы нам перекусить. И уже крепкая, будем направляться на конкурс. А что ему крепко? Мы все продолжаем гулять по этим замечательным улочкам. Елена пришла из спальни, я иду с мамой. Ну, соответственно, твоя мама приходит. Мы сейчас пришли в такую кафешечку, кофеёк, у кого-то сок, остальные ждут своего заказа, а у кого-то ликер. Уже пришли первые заказы. Горячий хлебушек с маслицем, там грибной маслица. Крем-суп, оливковая маслица и свежеиспечённый хлебушек. Хрустящий. Насте принесли ее блюдо, сэндвич. Ну, Федя бы оценил. Конечно. Да, Федя, смотри, что ты упускаешь. И чипсы, и сэндвич вообще, все. Мне принесли мой томатный супчик, тоже с хлебушком, тоже тепленький, все, супер. И, наконец-таки, Дарья дождалась свою пасту, когда наши уже тарелки унесли. Гленочку завёрзла, Смотрите, какая красота. Мы все еще гуляем по Валетте. Отнесли сумки свои налегке. У меня есть полчаса. Цветочки тут. Мы все по улочкам гуляем и ищем выход к собору. Это кафедральный собор Святого Павла. Это библиотека. Площадь перед ней. А если пройти чуть ближе к библиотеке, то тут мы можем увидеть английскую королеву Викторию. Такая вот тут красотка сидит, смотрит, как все кушают. А вон наша группа. Мы зашли в храм. Мы уже не гуляли, сейчас Даша распевается. Посмотрите на этот очаровательный вид из окна. Кстати, мы были и между собором Святого Павла, и между базиликой. Вот. В итоге мы пошли за нашими вещами, оставили Дарью выступайте, сами отправляемся на свою точку, где будем петь мы. Потому что сегодня мы поем в одно время. Мы уже переоделись и ждем своих номеров. Мы уже отпели, сейчас выдвигаемся на площадку крытую. Вот. И там мы планируем сфотографироваться и уже поедем домой.
Снова новый день. И наши лица все. Все уставшие, более уставшие, уставшие. Глаза, глаза вообще. И мы снова на завтраке. Что будет дальше, узнаем дальше. Потому что я не особо представляю даже. Конкурс — это также обмен подарками, сладостями, вот. Поэтому у нас уже куча шоколадок было. Вот. А еще нам только что подарили настоящие иранские финики. Покажи коробочку. Вот. Это очень мило. Если мы сегодня... Мы выехали на экскурсию. И сейчас здесь же детский парк. Любуемся видами. Здесь же одна из виноделен. На Мальте, кстати, очень вкусное вино. Да, сейчас. Свои виноградники и виноградцы. Мы приехали на экскурсию в город Медина, не знаю. За нами начинается старина. Никто не смотрит, ну ладно. Развивался, и только в 18 веке рыцари решили облагородить вход. Коняшка. Вы знаете, как я столько раз отрезала волосы, все вот так. Вот, а может, мне тоже не просто так. Мы сейчас рядом с коняшкой еще одной. А теперь идем с группой, гуляем по этому старому городу. А вот. Настасья. Елена. Здесь еще Татьяна с Дарьей. Самая центральная и широкая улица Медины. Самая зажиточная на тот момент испанская семья Инкуан, с паласу Инкуан. Здесь гостили король. Танюша, этот кадр специально для тебя. Смотри, мы с рыцарем. Настоящим, между прочим. Да, мамуль? Да. Девочки, я в раю. Посмотри, тут опять украшения. Тут столько украшений. 8,50. Это все стекло местного производства. Одна из достопримечательностей, скажем так, Мальты. Серебро и стекло. Вот. Все, просто невероятная красота. Также Мальта славится своим кружевом. Вот, собственно говоря, это вот оно. Нашим девчонкам мы купили вот такие вот стеклянные конфетки, с которыми они... У нас дома есть стеклянные камешки, они с ними играются. А здесь набор вот таких вот местных конфеток. Ну, это просто великолепно. Вау, как красиво! Я не знаю, что это, потому что мы отстали от нашей группы, но посмотрите, какая красота. Это просто великолепно. Посмотрите, какое чудо! Это так красиво, так... Вот здесь вот утончено, посмотрите витражи, которые вот тут в окнах. Часы. Я честно не знаю, что это, но мне очень нравится эта площадь. Тут так тихо, так спокойно. Просто... Вау! Мы люди свободные. Мы люди свободные, гуляем где хотим. Единственное, нам надо найти Татьяну с Дашей. Вот. А остальное... Живем себе в удовольствие. Мы наткнулись на какую-то абсолютно безлюдную улочку. Сейчас здесь строили такую мини-фотосессию.
Но здесь реально красиво просто везде. Солнышко. И сейчас мы проходим сквозь ту улочку. Она такая узкая, она такая, посмотрите, какие здесь цветочки. Да. Но здесь очень атмосферно и, главное, спокойно. Все. А там выход, я предполагаю, что выход к морю, потому что оттуда идет ветер. Мы забрели в какой-то храм. Чем оказались, совершенно случайно. Мы забрели вот такую церквушку. Вот. И сейчас на Мальте пальмовое воскресенье. То есть, как обычно у нас ассоциируется вербное, и все ходят с вербочками, то здесь пальмовое воскресенье, и все берут оливковые ветви освященные. Вот. То есть, здесь немножко иные традиции, но праздники чтутся так же, как и у нас. Вот. Поэтому мы зашли и взяли себе по веточке. А население Медина — это в основном люди уже пожилого возраста, пенсионного. И им все особняки, которые здесь находятся, передаются по наследству. Вот весь секрет того, как жить в Медине. А вот такой вид открывается со смотровой площадки. Для вас мгновение, для нас 20 минут, и мы уже снова в Валетте. Обратно мы доехали на вот таком замечательном автобусе. И сейчас мы гуляем по площади. За нами очаровательные виды. Вот. А на дворе всяко на нём красиво. Ну, как-нибудь кучнее давайте, а то вы идете друг друга закрываете. А вашу девочку не закинем. И снова мы оказались на набережной. Идем, гуляем вдоль крепости.
Вчера мы уже были здесь, только мы были наверху. А сегодня мы решили прогуляться по нижней части набережной. Здесь такие переходы. Сейчас мы заходим под мост. Вот тут как раз-таки парк, в котором мы вчера были. Всю эту набережную мы вчера прошли. А сейчас мы пришли ближе к морю. Здесь открывается такой потрясающий вид. Смотрите, какая вода. Просто волшебство. А вот на такой лодочке мы сейчас поедем кататься. Татьяна! Главное, чтобы мне телефон не сдуло. Водичка. Это у нас такое морское такси, и мы попали в другую часть. Мы прибыли в другую часть. До нее пешком мы вряд ли дошли. Здесь причал, порт, много яхт. Вот. И мы гуляем. Такие вот все счастливые, довольные. Вот, а потом на том же кораблике поедем обратно. Всего лишь 2 евро на человека. Дорога обходится в один путь. Самое интересное, мы уплыли куда-то, а куда не знаем. А тут очень красиво, потому что отсюда открывается вид совершенно другой. Там какой-то храм или собор,
там, их тут очень много повсюду. Вот эти домики аутентичные, кафешечки на берегу. Это все просто добавляет такой атмосферы. И, вероятнее всего, сами мы сюда не дошли и не доехали, но зато мы сюда приплыли совершенно случайно. И сейчас мы приняли решение, что мы погуляем по этой части, сядем тут где-нибудь, перекусим, и на этом же кораблике, лодочке на этой доедем обратно. То есть такое своеобразное такси, которое доставляет людей от берега к берегу, вот, что очень прикольно. Мы наткнулись на такой сувенирный магазинчик. Его ассортимент отличается от того, что мы видели до этого. Мам, мне нужна эта табличка. Я буду тарелочку. Мне вот это вот красиво понравилось. Я хочу с мальчой. Я чисто ставлю. А я в них накладываю салатик. Мне нравится. Красота, красота, красота и медленно бамс. А я хочу взять, купить, попробовать местный шоколад. Посмотреть, что это. А вот это? Наша, у тебя это, да? Мы нашли вход в какую-то крепость и сейчас направляемся именно туда. А все еще гуляем по этому островку. Мы, короче, забрались куда-то, куда, не знаю. Вроде бы это форт. Вот. Но не утверждаю. Мы сейчас забрались на смотровую площадку. Отсюда открывается все такой же великолепный вид. Просто что-то с чем-то. И мы здесь. Подожди. Короче, мы купили конфеты местные. Первая вот такая, она с мятой. Я обе буду. А вторая вот такая с орешками. Я вначале попробую с орешками. Я, ладно, тогда с мятой. Здесь нарисован какой-то ванучий или... Мы так понимаем, это чоколато. Ручная типа работа. Да. Пробуем на вершине смотровой площадки. Открыли? Мы сейчас на острове в Венеции. Похоже на конфеты Белочка. Но оно не мятное. Кай, с орешками? У меня вот такая. Похоже на конфеты вот эти вот, которые в коробках. Прокофьев или как они называются? Каркунов. Здесь вот. Приятный. Она не мятная. Кактусы. Алоэ. А мы уже возвращаемся обратно на лодочку. И мы уже выдвигаемся на кораблике обратно. Так мы же обсуждали. Вот
там вот выход в море. А это Валетта. Мы уже пару раз искупались. Нас водичкой обдало. Прям хорошенько ветер начинается. Мы уехали куда-то немножко не туда. Уплыли. Вот этот вот Махмуд и Махмуденок его увезли нас непонятно куда. Вот в такое место. Смотрите, здесь кафешка какая-то. Он прям в кафеху у нас. Ну, здесь красиво и кафешка. Вот я смотрю, тут все на тебя ориентировано. Вот в итоге сюда мы приехали. Хороший ресторан, Валетта называется. Там еще и Лило и Стич. Вообще чудо. Мы пришли в ресторанчик после нашей чудной морской прогулки. А, вот. Вроде бы как ресторан мальтийской кухни. Там у бабули день рождения. Раз, два, три. Нам уже стали приносить первое блюдо. У Татьяны какое-то традиционное блюдо. У Даши тоже бургер. Как у нее такой мини-версия. Мы вновь пообедали. Вот, и сейчас мы направляемся в старую часть Валетты, потому что нас привезли немножко не туда. Вот, мы на кораблике приплыли. Но ничего страшного, прогуляемся вновь. Поэтому мы отправляемся в очередное путешествие. Тут нашли лифт, который поднимает людей от порта до Валетты сразу. Такая тут красота. Нам дали вот такие билетики. Тут, конечно, такой вот прям сад, мост. Вот сам лифт, окружен водой. Вот. Сейчас будем подниматься. Ой, как быстро. Это прям какой-то экспресс-лифт. И мы поднимаемся. И на лифте покатались, и на кораблике. Ой, тут солнышко. Ну да, кстати. Посмотрите, как красиво. Вай-вай-вай-вай-вай. Опять ты свой вай. Красота. Оттуда еще и море видно. Да, очень красиво. И тут мы выходим. Тоже куча всего интересного. Но самое интересное и самое крутое — это вид. Вид, который открывается со всех смотровых площадок этого прекрасного места. Сегодня мы уже были вот там. Потом, изначально мы оттуда поплыли туда, и потом оттуда мы отправились туда. Сейчас мы пешочком дошли сюда, на лифте, и вот мы уже здесь наверху. Буквально минут назад мы стояли там, думали, что нам придется подниматься вот там по городу, обходить все это, чтобы прийти туда. А по итогу мы просто поднялись вверх и уже тут. И всего лишь за 1 евро такой аттракцион с таким шикарным видом. Здесь вот такой вот садик. Здесь закрывается. И садик с фонтанчиком. Тоже пальмы высокие, деревья, статуи. Еще какое-то здание. Здесь площадь, на которой мы уже были, но были ночью, в первый день. А днем здесь все совершенно иначе выглядит, потому что нет подсветок, другой вид, солнышко. Ждем
нашу группу. Они потерялись где-то там, в том парке. Алло, Лорена. Мы гуляем. Это музей, один из главных музеев. А мы решили продолжить наше гуляние по Валетте. Вот, ходим тут, уже знаем все без карт, спокойно гуляем там, где хотим. Нам дедушка поет песни на эстонском, которые мы не знаем. Мы купили синагенские мороженка. Теперь нам можно. Счастливые и довольные. А мы все продолжаем находить все больше и больше красивых мест на этом замечательном острове. Мы открыли для себя новую площадку. Во-первых, очаровательный вид между двумя мысиками такими. Вот. А во-вторых, это вот такой колокол. И тут такой вид просто сумасшедший. Кстати, вчера мы были в этом саду. И именно с этих мест я показывала вам море. Кстати, этот колокол, возможно, тоже был на видео. Вот, так что как-то так. Корабль тут плывет с туристами. Ворота эти. Еще одно красивое место. Просто очарование. Здесь такие рыбки лежат. Мы отправляемся на автобус, закупились всякими вкусняшками и едем в отель. А мы снова в автобусе, выдвигаемся куда? В отель. Мы вернулись в отель. Ура! Вот. Сегодняшний день тоже подходит к концу, а завтра вновь дорога. Первый пошел. До встречи в Эстонии. Новый день, новое утро, и Анастасия улетает в Литву. С такими опустевшими рядами мы отправляемся на завтрак.
Мы выехали из отеля, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Потому что наш чемодан не поместился, и он едет впереди. Самое почетное место у нас занимает чемодан. Мы сдали наш чемодан, и сейчас отправляемся попить кофе. Мы же в аэропорту получили билетики, и все. Мы заказали перекус, все такие замечательные салатики. Наш уже принесли, сейчас еще будет два других. Сейчас мы уже находимся на взлетной полосе, но произошли некоторые вопросы с билетами, плюс рейс задерживается. Полно сюрпризов. Ну, что сказать, совершенно не туркиш, как бы. И мы забронировали места, нам дали забронировать эти места. Но проблема в том, то, что... Даш, ты иди, пожалуйста. Мы покажем, да. Место Татьяны. Его просто нет. То есть, вот тут только начинается кресло, а тут пустое пространство. Поэтому Татьяну пересадили в другое место. Ну что сказать, мы взлетаем с опозданием на 45 минут. Надеюсь, что дальше мы все успеем. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Вот этот вот кусочек — это Валетта. И именно там мы с вами были. Тем временем у нас уже начинается закат. И впереди красивая река какая-то большая. Я скажу, это был полный крах, был бы. Потому что мы могли опоздать наш самолет. Вот. И... Но мы успели. Мы бежали. Мы уже плакали. Орали. Вот. Что только не было, но мы успели. В последнюю минуту. То, что на вашем самолете нет в этом месте сидений, это ваша проблема, а не моя. Это у нас прошлый раз история была про то, что Татьяниного места не было. Это просто дырка. Я уже от обуви устала, просто в носках. По аэропорту Стокгольма. Здесь, конечно, очень классный аэропорт, но нам надо в самый его конец. А тут снег. Мы вернули снежную погоду. Помните солнечную Мальту? А вот это вот наш север. Со снежком. Мы успели. Мы за 20 минут сделали то, на что обычно дают 2 часа. Просто. Мы гении. Остался последний рывок, и мы в Таллине. Мы успели. Это было из фантастического. Да, что-то из области фантастики. Вот, но мы это сделали. Мы отправляемся. У нас здесь шоколадочка, которую мы купили в Швеции. Чай и кофе нам дали. Все. Жизнь удалась. Мы уже начинаем посадку. Мы вернулись. Немножечко хорошего. Надо забрать чемоданы и все. Мы прилетели. Все, мы дома. Смотрю сейчас. Мы дома! Все. Thank you.